В Приморье арестован глава территориального управления Росрыболовства Александр Иванков. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Уголовное дело, которое было возбуждено еще 13 декабря прошлого года, связано с итогами так называемых крабовых аукционов. Преимущество при закреплении квот на вылов было незаконно отдано заранее определенным компаниям. Кроме того, сегодня стало известно, что на фоне этого скандала глава Приморья Владимир Миклушевский отправил в отставку директора департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов края Александра Цымбала. Это уже второй скандал в Росрыболовстве за последние дни. В минувшую пятницу Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела против руководителя агентства Андрея Крайнего. Его обвиняют в служебном подлоге. По версии следствия, в мае 2011-го он задним числом уволил главу Западного территориального управления Сергея Муравьева, задержанного за взятку, и таким образом помог ему избежать уголовной ответственности. Крайний заявил, что решение уволить Муравьева было принято еще за месяц до его задержания. Но чиновник оставался в своем кресле до 23 мая благодаря больничному.